А на Милану? Милусик, Милусик! Иди ко мне, иди, иди. Это Милусик-Ламусик. Она маленькая девочка и любит играть. Милусик-Ламусик, у тебя не лопающиеся пузыри. Это пузырики, из которых можно даже строить. Они могут держаться и не лопаться целые сутки. Поиграем? Да, поиграем. Открываем и проверим. А наша куколка Нинука, куколка, которая умеет дуть пузыри, будет нам помогать их дуть. Воздух у нее там идет. Она готова надувать пузыри? Один пузырик большой, большой. Они все садятся на стол и лопают. Ты видишь? Ой. Какую башню построили. Не лопают. Можно ходить. И сколько? Можно не ловить. Смотри, вот так строй. Так ручку подставляй. Вот. И еще теперь не дави. Смотри, как мама делает. Смотри, какой. Даже на голове сидят, на волосах. Смотри, какой мама построила уже. Оп. Еще один поймала. Их можно склеивать. Этим пузырям свойственно подниматься вверх. Они не падают вниз сразу. Сидит на куколке. Улетел. Вот он полетел. Стул. Красота какая. Домик. Какой. Ловись. Не нравится, Милане, что садятся на тебя пузыри? Домик, домик. Смотри, какая у нас смешная кукла. Они будут туда садиться, смотри. Оп, сел. Намного. Вот, еще. На маму летите все. А на Милану? Летят. Вот такие веселые пузырики. Они не лопаются и очень долго могут лежать на поверхности. Но когда они сдуваются, остается вот такая пленочка. И она очень плохо снимается. С ними не справишься, их так много. Сами-то они не хотят лопать. Молодчинка. Больше нет? Угу. Ну все. Все. Классные пузыри. Вам понравились пузыри? Да. Чем пока, чем пока, чем пока.